Всем привет, с вами Арсений, магазин Тухэм и видеообзор двух крепежных блоков для лодки ПВХ УКБ-1 и УКБ-8. Для чего они предназначены? УКБ-1 у нас предназначена для установки монитора эхолота. Вот. Одевается на систему крепления электрос и передвигается в нужное вам место. УКБ-8 это тот же самый УКБ-1, но с отверстием для спиннинга. Также одевается на систему крепления электрос. И мы спокойно можем разместить здесь спиннинг. Ваши руки будут совершенно свободны. Оба УКБ выполнены из благостойкой фанеры ламинированной. Торцы обработаны акватексом для защиты от влаги. Толщина максимальная у нас получается 56 мм, диаметр отверстия 40 мм. Ширина площадки 12 сантиметров. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Понравилось видео, ставьте лайки. Рекомендую.